Убирайте маунт. Все. Давайте, берите, короче. Сейчас, кстати, гляну символы. Вот Рой стоит, тут вот звездный огонь и звездопад. Говно, короче. А стоял раньше этот мистер Роя лунного. И кто-то мне сказал его поменять на Роя, блядь. Я не помню, кто, блядь, но кто-то в рейде каком-то сказали. О, кстати, Анна Кота, вот ты линковал, когда я тебя спрашивал, у тебя там символ Берсерка стоит. А этот не лучше, который на 4 секунды продлевает рану эту? Лучше, так, лучше. Ну, дот. Так он и есть у меня. Не-не, у тебя берсерка, не никого. Отполоснуть, который есть символ этот. Сейчас посмотрю. Символ берсерка дает. Берсерка? Сейчас скажу, какой еще. Серьезно, берсерка? Да, берсерка. Берсерка. Я не ставится в пути. Слава, ты чё? Я же ставил. Короче, берсерк какой еще. Сюда. Полосование вот этот вот. Полосование стоит символ. А третий дикого рёва. А какой надо вместо берсерка тогда? Сейчас полосование, скажу. Разрывание и дикого рёва. Дает символ берсерка. А, разрывание, блять. Это вот тоже. Ванулинг. Да, я понял. Разрывание, ну я услышал. Это самое. А чё, разрывание вот эту рану, да, сильную, которая дота повышает тоже, да, заебись. Ну, блять. А берсерк чё, на мишку тогда только канает? Ну, типа. Да, он на мишку не канает. Ну а гроза-то нихуя там будет увечий сколько? Да, смысл. Ну так-то да, смысл. Может какие-то есть там, на ранних, может, стадиях берут. Ну, на увечий, допустим, будет лучше, чем берсерка. Ну а так, в целом, это же все равно прирост дамага какой-то есть от этого символа берсерка. Все равно же, блядь, что-то польза какая-то есть. Давай бить, короче. А, ну давай бить. Чё, это самое. Ну тильт на основе. Транректы тут, плюс они. Ну, он пишет, значит, здесь. Ну, транрек первая копия будешь. А этот... Кто там, Бонамур вторая копия. Ну поменяю, что теперь? Да, прям в Долоран веди. Это кому, Транреку? В Крым, да. Как этот... Как его, блядь? Этот, блядь, как же зовут-то его? Спорт. Когда резко убили с этим, с психом. Когда типа первый раз по тактике. Ага, говорит, Крым тащит, ты, блядь. В конце сказал. Привет, бомжики. Здорово, бомжики. Здорово. Блядь, совинную жопу мою не рассеки тут. Ну ты чё, офигел, слышь? Гусяра. Смотри, Михаил, ну куда ты водишь? Ну он умер, смотрите. Ну чё вы делаете, мутант? Кто тебя так учил танчить за спину второго танка? Ты чё? На X5 так учат. Вот да, кстати, тот же вопрос. Как он хочет, чтобы хилы до него доставали? Не, ну в чите не доставало, но... Там же манекен на X5. Да.
Мутант, зачем ты разворачиваешь ко мне в спину? Не дыши мне в спину, негодяй, гад. Агрессивность телеграй. По стеночке бежим, пожалуйста, не сагрите. Там просто, ну, он был вырос, ну, вырос, но он не отошел от него. То есть, ну, можете из детали смерти посмотреть, шквал клинков. 37 тысяч урон и 6,5 поглощения. Ну, короче, мутант смахи. 37-33. То есть он мог спокойно отойти. Мутант снимаю, короче, закину, как ты танчишь на X5 в вашу группу. Пусть посмотрят, как ты классно танчишь. Не, мутант, он был выросший. Ты должен был просто отойти от него на максимальную дистанцию. Он бы не доставал, что он до тебя. Не агрите, сука, да. Сучий глаз. Селф-контрол, блядь. Ну, танк не добежал. Ты, блядь. Я ощутила присутствие их настоящего лидера. Он вон он, у Халеона бегает, блядь. Зачем ты агришь-то, блядь? Не понимаю вас. Протопал с двух сторон, значит. Ну зачем корни? Это хватка природы. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это секрет. Слуги! Обратите их в пепел! Так, спячка или умиротворение? Значит, спячка. Усыпил одного, заебись. Ну, драконов спячка, да. Ну, блядь, ну кто-то согрел его. Нормально. Олег тут? Дуркан, нет? Назойливая машкара. Не, нет. Ну, я не знаю, короче. Ну, можно добирать, кого-то добить. Так, Виталик, он тут еще? Ну, я тут в мифике, попозже. Минут 15. Нет, это долго. Блять, умер. Ну и нахуй, заходи тогда. Возле Олега один слот. А чё вот я не понимаю, Вивальди ходит в ЦВК какой-то на РТ, ему как бы похер, да, на нашей РТ? Не, я не помню, последний раз, когда вообще приедет. Ну да. Сейчас до него там очередь на Волонир дойдет. Даже вообще охренеть. Можно ханта еще взять. Знаете, футбаф по ДК не поставьте эту. Напишите в ДК. Девочка Алина Эрдру 6.3 взял. Команда, да? Это самое... В смысле, мужик? А ты откуда знаешь? Слышишь? Ну давай ВРК позовем. Что, начинаем, да, я агрю? Сейчас Олег еще. Идет. Олег заходит уже. Я тебе давай вас АПРЛ дам, чтобы спокойнее было. А
то что? Ну, то я не знаю, давай поцелуем. Ладно, пишет пока не то что. Меня вообще наебали, сказали, Ульгар 25 тут. Ну да. Страшный виноград. Мутант, а ты точно это знаешь, что это мужик? Ой, да блин, будь она бабой, все равно тебе не даст. Успокойся, Уль. Да ты придурок просто, блядь. Я у человека спросил имя для заметки, она пишет Алина. Ну он, она, я откуда знаю. По имени не же видно, мужик там... Может, мужика зовут Алина. А, Алина, он. Короче, Алина, блядь, он. Странрек, ты придурок, иди в жопу, не пиши мне ничего. Теперь я понимаю, почему Вадь запутался, да. Да, нет, в смысле запутался. Просто либо мутант дурак, либо я дурак, либо мы все дураки. Либо это... Ну, Алина, мужик, правильно ты говоришь. Он... Мне кажется, после второго варианта надо было остановиться, Слава. Да-да-да, почему запутался это, Слава? Нормально все, что ты переживаешь? В смысле запутался, блядь? Алина это, ну, не мужик, блядь, а Транрик... Ты что, гонишь или что? 24 человека тебе говорят, что... Что, не знал, что Алина... Ты знал, что Алина это мужское имя? Да закрой рот, блядь, какое мужское имя, блядь? Да вы, да я не знал, что Слава это женское имя. Слава, да. Да пошли вы все в жопу, блядь, нубы. Го, Виталя, заходи на сову, передамажу тебя сейчас, блядь. Быстро сюда иди, негодяй. У меня тут символ на рой насекомых стоит сейчас, блядь, когда 20к, блядь. Чё, засал? Сука, не беси меня, Транбек. Честно. Всё, да, блядь. По сути, с этой советом, неважно, какие символы, говно, звездопады, остальные... особо роли не играют. А, ну о чем мне говорят? Ну да, все равно там два скилла, которые дамажат или все. Угу. Хоть символ бы какой придумали, интересно. А мне говорят, типа, у меня ДПС нет из-за этого. Ну, мне кто-то сказал рой поставить, но я поставил рой, блядь, вместо лунного огня. Ну, говорит, лунный огонь хуйня, короче. Не, ну у меня есть предположение, ну, что ты во время роста гневом бьешь. Ну, не знаю. А не это надо, не да? Предположение, не это истина. То есть... Ну, это ошибка всех этих слов обычно. То есть надо во время роста, даже если прок нету, да, то есть прошел, нужно бить, продолжать звездным огнем, звездопадом точнее. Блять, звездным огнем. Ну, это как бы логично, я не знаю, но если ты не задумывался об этом. Не, это ну, блядь, я догадывался, сука. Ну и что, ну дам ей 16к, блять, 300 в трэш, ну и что теперь изменится? Ставьте шкаф. Действительно. Ладно, ладно, буду бить во время роста 40 секунд звездным огнем. Все, хорошо. Символ не буду менять пока. А может и поменять. Кодотки не забывай. Не, ну ты тоже не слушай. Не буду. Да, блядь, тебя слушать точно не буду, блядь. Но если, короче, рост только-только дали, и у тебя еще не было прок на лунный огонь, удар не, ну понятно, гнева, понятно, да. Ну так ему же, блядь, понятно. Но вы же говорите ему, при росте, блядь, бей огнем. Он же, сука, будет всегда бить огнем, и все, блядь, понимаешь? Виталя, блядь, иди в жопу. Ну да, в принципе, надо такие нюансы уточнять. Фласку выпил, надо звездным да валить, понял, короче. Да, блядь, ну я не тупой же. Ну, я, конечно, тупой, чтобы за ФДК 22 600 дать, нахуй. Ну, блядь. Побить для прока с звездным, блядь, как он там называется? Гневом? Я ну шо? Сколько ты сказал за ФДК? 22 600? Угу. Ну, это васап, по-моему. А, это ты дал. Я думал, ты дал. Так я 25 давал фурикам и 300 в трэш, так можешь? Че такое-то девичий ДПС ты сейчас назвал? Да нет, ты пишешь логи? Что, Виталь? Логи пишешь? Не, у меня что-то лагает, когда пишу логи. Только когда нужно там пишу. У тебя интернет плохой, да, сейчас? Через эти... Не, я не знаю почему. Обычно, ну, раньше, когда я писал, у меня... То есть я включал запись, и когда выходил с игру, оно выгружалось в файл. А сейчас я включаю запись, и она параллельно в игре, у меня файл, получается, одно обновляется и увеличивается. То есть, я думаю, из-за этого. Ну, раньше не было такого. А настройки чекать? Само это.
запись программы. Есть кто выше на чашку 42-68? Это стандартная функция клиента был. Это никакая не программа. У меня есть такая, ну, мысль или предложение шаманам одеть какие-то утешения там. Ебать колотить, он у меня, если что, сам побежал. А нахуя ты туда приехал? Ты дурак? Туда даже и не ехал, я вообще отвернулся, блять, и вижу, он уже возле Хулиона стоит. Что ты там делаешь посередине пути, я не понимаю. Только что ответил. Ты просто подъехал туда. Ой, блять. Кстати, у нас есть бой. Но надо падать. Да можно выйти из инстайда и зайти. Выйти просто еще. Скинется бой? Ну конечно. Выходите, выходите еще, не стойте там. Да дохните, боже, не выходите из инста. Блять, вы что, в первый раз тут? Это вот постоянно у нас ошибка такая, блять. Кто-то выйдет и потом мы полчаса, блин, пытаемся разбагать его. Ладно, кто видел, что Дедсикер проехал вперед? Не, это... Я ж тебе говорю, что я даже этого не заметил, блядь, отвернулся, блядь, и вижу, он уже возле Халиона. Так. У меня комната... Ой, комната. Фу, блядь, кнопка зажал. Как может кнопка зажаться? Ты за... Ну, обычно кнопка залипает у меня, что мог делать? Мне ну, говорят, что ты умрите. Блин, ну бывает, чё. Да чё не ругать? Бывает такого, ну как так? Да бывает, у меня бывает такое. Пиздец, это, блядь, когда ставишь передвижение по щелчку, блядь. Я сок проливал на клавиатуру. Ну ладно, он не сок сейчас пролил, явно, блядь. Поставил передвижение по щелчку. Лёха, могу заходить и начинать бомб. Заходи, Лёха. Да тут не сок пролил. Не, ну передвижение по щелчку стоит, да, значит, мы все стоим. Он такой просто отворачивает голову, смотрит на календарь на стене. На мышку. На мышку хуярит, да, и его персонаж едет на мопеде, блять, к Халиону. Давайте начнем. А потом он поворачивается и падает. Только не заходите сейчас в инст. Как говорит мой друг, заебу в лес убежишь. Все нормально разлагался. Ну да, тут одного добили просто. Кто-то супер. Смешно было, Шанан. Но я просто хотел сказать, чтобы Гутурбол одел что-то на монореген. Вместо счетов, например. Так, это мне Релла передали, да? Да. А чё там? Смогун офнулся? Угу. Наверное, класска тикает. Минуту. Минуту офнутый. Не, услышал, спросил про ПРЧшки. По-моему, дофнулся. Ворка его вроде нет. А, он за чешкой заходил, да? Хорн, заходи на Хурика. Давайте поможем сбить самогона навсегда. Что сделать навсегда? А, не, зашел. Все, от Хорна будет. Я, говорит, не услышал ничего. Мы просто за ману шаманов переживаем. Два приста всего. Этого достаточно. Двух вполне достаточно. Ну да, нормально. Это был один сначала. О! Дайте столик магика, то self-control или как-то. Как у тебя, кстати, конуса хп 65 тысяч без бал. Без фласт. Вары, кликните на хп, кому не жалко. Не, сорян, Дранрек, у меня поздно, у меня 3 часа ночи, я не хочу читать, напрягаться, мне тяжело очень. Вары, на хп крикните, алло. Крикните на хп.
64 950. Жесть. Нормально. Все заходим за линию. Мы подожди, мы там ничего не назначали. Да, да, кстати. Хилов. Ну, танки, понятно, тиль, третью фазу, дронрейд тьму. По хилам, в принципе, тоже барабашка, кокосина, ягер тьму, бутербол, антисвет. А у кого аура от огня стоит? Банамур? Не. Дайте маму. Поставь себе для каста ауру, наверное, потому что нет каста ауры. А ты будешь ставить огненную? Что? Ты огненную ставишь? Да. Ну тогда все готовы, начинаем. Там по диспелу тоже. Я по диспелю. Адовая метка. Вы диспельте первую фазу. Вышли служи. Марилин метка. Уфорт метка. Кто добивает голема, скажите. Четвертая пати. Ну и всегда редко ходим, поэтому да, я понимаю, ты растерялся. Бейте халёны, 3% много. Жжёт, будем бить. Хаби говорили, по-моему, ну, что трэш не будет. Чего? Ну, может, он не знает, просто он первый раз здесь. Кто? Хаба, трэш на пулевой мелке, на протопала. Ой, поддымай до Ренона. Видите круг. Сразу, куда ты заходишь до Ренона? Дайте бафа ему. Протопал, холи пал. Диспел. Когда можно зайти? Пока неизвестно сейчас. Рубашка метка. Заходить. В свету хилит. Антигутербол. Бой, давай, Инер, Ягеру. Уже. Офорт Инер Гутербол. Я знам. Уходим в свет. Трепещите, ничтожные, перед посланником смертокрыла. Хаба, выйди в свет. Даринон, выйди в свет. Даринон, выйди в свет. Давай, Руст. Вот бью. Максимус назад метку. Бежали.
РДДФС, большого голема все. Каба, метка. Большого голема все сыграли. Диспелю. Растут. Отводи трэш, Панамур. РДД сыграли в мелкий трэш, встали все в квадрат, играем в мелкий трэш. Хаба метка назад. Встали в квадрат, отошли от фрейма босса. Протопал, отойди. Бежали. Свету не бьем холеным, ждем появления трэша. РДД большого голема, красотуля метка, сама себя диспей. Прожми раскол. Стопайте, в свету по холёну. Сказал за один раз уже. Активировать мне. Мерлин, назад метку. Прожимаю пятого хильтанка. Крист лайф, прожми раскол. Побежали метеор. 10 секунд, Гатербол. Держитесь, у него манны. Алена, не бей. ПДК упал. Продай. А почему? Жаль, нельзя вычислять, кто бьет. Да, 40-30. Там просто, ну, чтобы такого не было, просто как 40 стало, сразу свет, стоп и все. Или сами смотреть должны, не говорить. Скажу, одну вещь, есть такая фигня, как агро, и БДК тут не все время спамить ЛПшку. Я иногда там передотываю всю фигню, забираю голема в ЛП, и надо жать раскол фристлайф. Или ты не понимаешь, что я тебе 4 раза кричу, у тебя агро уже выше крыши, и ты нихера не делаешь. Я ему тоже въебал ГП. Даун. А что, он сорвал что-то? Ну там уже было близко. Ну а когда ты прожимаешь? Ты что, блин, на первой, блин, 40 азе прожимаешь раскол? Вот, может быть, я тупой, ребята, но вот простите меня, блять. Мерлен, ты в РК? Живой огонь, это, по-моему, маленький трэш, да? 1 669 000. Даешь на пул 3 секунды, который идет, и хуяришь большого. Ты, может, не знала эту тактику, не? Ребята, как вы думаете? Ты можешь Максимуса во тьму закинуть. Дамаги многовато все-то. Не надо. Чего? Не надо. Все равно он не бьет большого голема. Максимус, давай во тьме будешь. А, ну да, нам БСС. Конечно, не будет. Он же демон. Демон? Что? СПД потерять то. Я думал, демон. First life. Ладно, давайте так. Наверное, это тот, который не стопал ДПС. Потому что 176 тысяч большого, 29 тысяч мелкого. Хаба то же самое. Давайте, Хабби, расскажите, как там. Напулил 3 секунды, да, мелкий, и бей большого. 4 тысячи большого. Барабашка готов? Сейчас. Я хочу метки сделать, диспелить. Секунду. Секунду тоже ману топью. Фирслайф, у тебя есть демон? Как называется во тьме метка? Ну давай тогда, First Life, ты во тьме будешь дамажить Максимус в свету. Жара нет лучше. Максимус, бей большого голема или тебе кину ДП. А, я понял. Хорошо, что ты понял. Квадропедра готов. Еще Микс... А, ну да, он не остается. Квадропедра готов. Олег, так Олег, ты слышишь? Что? Так First Life 630 тысяч большого дал, а Максимус 100.
Сейчас Максимус будет бить большого. Он сказал об этом в РК при 25 человек. Начинает трандрайф. Не Мерлин Хаба тоже, да? Да. Пробуем так. Магия МК обновите. День метка. Побежали. Self-control. Маномор, выноси. Дали в квадрат. Отошли все от босса. Есть. Забери большого. Тоже лично немного не понимаю. Мутант красава, этот скилл. Заходите, бейте кружок. Я подумал, что там еще мелкий на возле большого голема. Не, он на Богдане на коте был. Думал, сотру чё. По выходу. Чуть не вошел. Я герметка. Кальтик-то зайти. Молодец. Когда зайти? Уже. Сейчас. Ну тогда Уофорд подымешь в центре. Ну, будет сдох от лезвия. Угу. Уж была отметка. Уофорд, Иннер, Ягер, Узулей. Типа мне все сели. Ох. Уходим в свет. Уофорд, поднимись, он в центре лежит. Давайте рост. Чувств лайф не вышел, не остался во тьме. Максимус метка. Сейчас опять будем стопать, блядь. 60% уже. Побежали метеор, во тьме дали рост. Спел. Вы уже в рейде, отошли в квадрат. Ванамур метка. РДД бьем большого голема. Те большого голема переключились. По югим на отхил. Ставьте тотем маны, по югим на ману. Играйте большого голема. Прожмись, хулипал выносит метку. Мелкий трэш сыграли все. Квадрат встали. Убежали метеор. Ну, теперь не надо ничего стопать. Ванамур, давай каплю на тильта.
Self-control, метка, большого голема сыграли. Что там? И нырять бутерболу. Прожму сейчас. Так, побежали, метеор. Ржбат, метка. Смотрим лужи. Лужа в рейде, отошли в квадрат. Гимн отхил квадропедра. Большого голема играем. Войд, поднимай селф-контрола. Давай. Придание сил. Уфорт метка, я не буду диспелить, диспель пока ты. Стали в квадрат, добьем мелкий трэш. Мелкий трэш добили. Бежали метеор. Играем большого голема, Даринон метка. Прожми незыблемость АМС. Почему ты забегаешь в лужу? Дайте это. Нету гимна КД. Отводи трэш мелкий. Войд, выноси. Да, все плохо. Я без маны. Квадропедра, гимна ману давай. А, побежали метеор. Воды залил, Дань. Упали. Падаем. Много слаков. Мне еще ГП, я умер, в лезвие зашел. Еще ГП, пожалуйста, ставь для профилактики, давно не получалось. Почему Алмок в рейде сидит 87% боя на Халионе, а только 10% боя на Большом Големе? Плюс сейчас он посмотрим. Прожимает. Не стопает. Как-то там сложно набирать игру и там, и там. Нельзя не бить ударами смерти. А где ты смотришь время? Да, можете линкануть на третий фазе ДПС больших големов. Посмотрю, кому кидать ГП, кому нет. Ну, Юслав, 400 тысяч. Вивчи 950, Контрапедра, Лям, я... Да не, из-за две фазы, наверное. А, ну... Ферслав 400к, я, значит, 500. Мерилин 222, плохо. Все остальные били, Максимус он 800, нормально. Хаба, ты в РК Хаба, братан? Слышишь меня? Да. Ты вот знаешь, живой огонь подписаны маленькие мобы, а большой живой адское пламя. Не-не-не, он умер после первого метеора, не отбежал от лужи, поэтому у него ноль дамаги. Барбашка готов? Да. Приставав. Можно тогда скончать? Стой, 10 секунд, это рыба, поем, где рыба? Сейчас. Жрал. На КД у всех? Готов. Да, гимн на КД.
3.50 и 5.50. Есть на Аману только один. У дерева только есть БР. Давайте. Сейчас будет с заслаки 200 ГП уже. Не 100. Транзит готов. Могу подиспелить первая, третья фаза, чтобы хилы не отвлекались. Не, ну давай ты третью подиспель, чтобы я не отвлекался на диспел и следил за временем. Анрик, давай, начинай. Ладно, будет справедливо, если 200 ГП тем людям, которые умирали на первых троях. Намур метка. Побежали. Вот, бей. Халеон, а не голема. Там 1%. Неважно. Заходите. Бейте круг. Покажите, когда зайти. Так, я сбросил рекам. Заходить. Что? Заходить? Заходите. Пришлось мне заходить. Так, давайте двойную Ягеру. Сейчас. Нам вы должны заливать, там начинается уже вторая фаза, ты заливаешь, там, если у него маны мало. Нужно ждать, пока команда потом откатилась еще на третью фазу быстренько. Нормальный троллинг. Давайте в свет. Рост в свету. Кокосина, метка. Антиметка. Тебя здесь были. Бежали вы во тьме рост. Максимус, не стой под мордой. Вы уже в рейд в квадрат отошли. Утербал метка. Большого голема сыграли. Это агро было, да? Ягер метка. У кота, наверное. Оффорд метка. Кристалли в квадрат. Есть у тебя, братан?
Бежали метью. Да, откатился только сейчас. Потом реснешь. Цедли метка. Каба метка. Большого голема все сыграли. Диспель с него. Там один застрял в петах. Блэдсикер метка. Стопайте в свету, во тьме стопайте, дам сейчас ГП во тьме всем. Бежали метеор, Банамур, давай каплю на тильта. Уфорд, поднимай селф-контрола. В лужу, не заходите в лужу, только Уфорд, прожми кожу. Большого голема сыграли, дайте бафу, помогу. Не откатился. Подымешь, Мэрилин. Кто? Большого сыграли. Педро метка. Помогите трэш добить РДД. Тали в квадрат, побежали. Смотрим, уже куда льются. Кокосина метка. Селф-контрол. Так, да, залейте на регутерболу. Сыграли у большого голема. Есть тотем? Поюгим. Блин, Халеона, играем, помогите трэш добить. Захильте Мэрилин, побежали метеор. Офорт метка, сыграли большого голема. Пизда. А, нет. Даня, дал тебе иннер, короче, хиль как боженька. Добивайте большого голема, играйте в Халеона. Даня, добейте трэш. Слишком много трэша. Помогите трэш все слить. Ух, еле успел прыгнуть. Да-да. Побежали метеор. Добиваем Халеона. Это для метка, уже в рейде. Вот метка. Ну на мор давай сакру. Убивайте Халеона. На меня Халеона играйте. А я что сказал сейчас? Большого убью стоит. Не большого играйте. Ну, блядь, большого. Халеона играйте. О, блядь. Изи. Два хила почти. Вот хороший нарк, да. Так, давайте разберем ГП, от чего умерла Кокосина. Ну там ее было не захилить. Уж стоял, наверное, в свету и во тьме, наверное, одновременно. Она исчезла, эта лужа. Я успела ее, вы меня просто не хилите. Я когда шамана хожу, я волной и танка, и метку хилю. Я вот вас сейла, и исповедь во все метки кидала, и ходку, и щиток. Ну, там... Как только я второй трай выношу метку, меня никто не может сейвить. Ну там... Сейчас, подожди. Там, по сути, Эрдру должен сейвить, потому что это не Холи Приз. Там мгновенок нету всего. Я ее и хилил, но упала она очень резко. Там две метки когда было есть, или нет? Ну, первый трай метка на мне была, и вот сейчас опять метка на мне. Ты в одной метке умирала или ты? Нет, смотри, первая метка, короче, я успела вынести, там лезвие было, я побежала вперед,
оббежала все метки, метка одна там исчезла, я сразу у стенки, короче, сдиспелилась, но все нормально. Вторая метка, я побежала чуть назад уже после лезвий, там исчезла метка, я сдиспелила, начала выходить, и все, у меня хп нету, у меня ничего нету. Я кинула себе щиток и ходки. Ну да, там получается, походу, две лужи просто было. Ну, это потом, типа. Нет, я во вторую лужу не зашла. Я между... Бля, Войс, куда ты начислил ИП? Я же написал пати на ИП. Ой. А я-то при чем? Так ты ж начислил ИП. Мне сказали, я и начислил. Начислил метки, да.